Около 11 тысяч продуктовых наборов получили жители республиканской столицы в период самоизоляции. Данная помощь прежде всего направлена на поддержку самых незащищенных категорий, которым особый режим дается сложнее всех. Подробнее расскажет Ахмат Халкечев. В пакетах наборы из продуктов первой необходимости. Помощь предусмотрена многодетным семьям и семьям, в которых один из родителей имеет инвалидность, а также родителям-одиночкам. Общеобразовательные школы республиканской столицы перепрофилировались во временные пункты выдачи продуктовых наборов. Списки семей учащихся, наиболее остро нуждающихся в поддержке, сформировали сотрудники образовательных учреждений. На нашу школу вышло таких семей, которые реально нуждаются, 90 человек. В этих наборах находится именно то, что необходимо для этой семьи. Сливочное масло и рис, крупы у них там в этих есть, и печенье есть, и сахар, и мука. То есть все то, что необходимо семье на первое время. Адресатам, которым в силу пассивного возраста крайне нежелательно выходить из дома в период особого режима, бесплатные продуктовые наборы доставляют волонтеры и сами сотрудники Управления социальной защиты населения мэрии Черкесска. Заранее они к нам не обращаются, у нас есть список, и по этому списку вот уже несколько дней доставляем эти продуктовые наборы. В состав набора входят продукты, которые, я думаю, необходимы в каждом доме. Это подсолнечное масло, крупы, рис, гречка, геркулес, соль, чай, мыло. А еще 5000 наборов распределили исключительно по списку пожилых людей, у которых пенсии ниже среднего. Это важная вещь, совершенно важная. Просто, вот, мне кажется, должна быть информация по районам, кому более необходимо, кому менее необходимо. Вот, очень, очень важно. А семьи, признанные нуждающимися и имеющие детей до года, получили детское питание. По распоряжению министра внутренних дел республики в благотворительную акцию включились и полицейские. Вот это вот детское питание и печенье детское. До года вот ребеночек там, потому что у вас спасибо. Это вам помощи от МВД и мэрии города Черкесска. Спасибо. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.